Искать блох нужно у своей собаки и не лезть к чужим, пока твоя чешется об каждое дерево. Так же и в спорте. Нужно оттачивать свое мастерство, а не порицать мастерство других. Приветствую вас, молниеносные тюлени, с вами Федорович. А в этом видео мы посмотрим на невероятные, смешные, а может даже и позорные моменты в спорте. Когда обращаетесь к Всевышнему с просьбой лучшей жизни, всегда уточняйте, чтобы она была здесь, и вас на тот свет не забирали. А то этот мотоциклист это уточнение не сделал, отчего чуть на тот свет и не отправился, переломившись пополам. Если вы хотите всегда быть в хорошем настроении, научитесь радоваться мелочам, например, зарплате. Как этот паренек, который радуется даже луже на своем пути. Если у вас есть мотоцикл, тогда записывайте отличный способ заткнуть рот сварливой жене. Своя ошибка, своя забота, но иногда это повод для радости для других. Особенно, когда, будучи качком, начинаешь думать, что ты Брюс Ли. Чем пассивнее население, тем богаче руководство, а чем активнее спортсмен, тем фантастические трюки. Мало кто знает, но 1 сентября больше всего не любят цветы, а мощных девочек больше всего не любят парни, которых они побеждают. Самую злейшую змею может одолеть куча муравьев, а техничный скейтбордист может одолеть даже 2 скейта. Конечно, тайминг и синхронность у паренька на высоте. Вот вам реально самый фантастический гол в истории футбола. Только вот забил его невеликий футболист, отчего о нем не узнают. Интеллектуальное дно страны зачастую оказывается сверху. А вот у спортиков бывает так, что из-за интеллекта упускаешь победу. Особенно, когда все сделал четко, а таймер остановить забыл. Есть 2 святые истины – не снижать бдительность в бане и на соревнованиях перед финишем. А то беда может подкрасться сзади. Чиновники любят сидеть на берегу моря, ведь так приятно наблюдать откат за откатом. А зрители любят смотреть, как один спортсмен расслабляется, думая, что победил, а второй борется до конца и побеждает. Самурай ковыряет в зубах зубочисткой, даже если он не ел. А спортсмен должен доигрывать момент, даже если кажется, что победил. Бывает, дозваниваешься до мэра 3 часа, чтобы поздравить с днем рождения, потом сидишь довольный и вспоминаешь, что забыл представиться. А бывает, бежишь 20-километровый марафон, а в конце отдаешь победу. В любом деле главное позитивный настрой, особенно в спорте. Кто плюет в прошлое, того казнит будущее, а кто обижает инструктора, потом летает на тренажерах. Бывает, тренируешься аж 2 дня, оденешь лучшие шмотки, создашь классную картинку, а все равно что-то пойдет не так. Сам себя не уважаешь, и другие тебя не будут уважать. А если сам не знаешь, что хотел сделать, то другие будут ржать. Путь в 1000 миль начинается с одного шага, как и большие чемпионства.
с маленьких побед над собой. Будет хорошо, если полиция начнет раскрывать хотя бы те преступления, которые сама совершает. А когда девочка попадает по мячу, это уже здорово, несмотря на жертвы. Алкоголь – это жидкость для снятия женщин, а для женщин – это жидкость для приятия обезьян. С отплывшего корабля назад не двинешь, а вот двинуть своему напарнику по команде можно всегда, особенно если он не следит за игрой. Глядя на такие трюки, нужно всегда рядом иметь успокаивающее, только главное не забывать к нему патроны. Если на Новый год дело дошло до торта, значит праздник был скучным и неудачным. А такие голы может забивать только мега удачливый вратарь, которому после игры скучно точно не будет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой невероятный момент был у вас. А если вы хотите смотреть мои видео на украинском языке, подписывайтесь на второй канал по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Раз, два, три. Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться. Соответственно. Хоба! 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 Вот так. Два. Да! Квадрака одна, да? За дистанцию. Короче, я вот что делаю? Хлопаю, вырываю ключицу, это ключица, выбиваю голос. То есть вот так вот это выглядело. Это называется лебедь. Наше упражнение, секретный комплекс упражнений по левитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Стайл. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз из десяти. Ничего не успеваете, это убить.